супрацоўніцтва с Китаем у медицинской сферы. Сегодня подписано погоднение помеж клиникой при университете традиционной китайской медицины города Чэнду и Гомельским областным клиничным шпиталем инвалидов айчинной войны. У минулым годе управление аховы здоровья Гомельского облвыканкама и администрация традиционной китайской медицины города Чэнду подписали меморандум об супрацоўніцтве. У шпитале открылся специализованный медицинский центр. Новое погоднение об супрацоўніцтве дозволит гомельским медикам проходить навучанне у китайских специалистов. Это шаг вперед. Мы подписали наконец-то соглашение. Соглашение о сотрудничестве между госпиталем города Чэнду, который именно специализируется по китайской медицине традиционной, и нашим госпиталям. Это соглашение пока подразумевает чисто гуманитарные проекты, то есть это будет обмен опытом, обмен информацией, консультацией через интернет. И одним из пунктов, который для нас очень важен, они предлагают взять наших специалистов на то, чтобы постажировать их именно в городе Чэнду по методике традиционной китайской медицины. Мы отправим наших профессоров и исследователей в Гомель, чтобы они могли провести мастер-классы и решить возникающие проблемы. Стажировки для ваших врачей в Китае будут бесплатными. Также мы будем постоянно консультировать ваших специалистов дистанционно и помогать проводить операции. За год Центр традиционной китайской медицины у Гомеля наведала каля 1200 пациентов. Зараз там доступны иглорефлексотерапия, мануальная терапия, траволячение, разные виды массажу, у тым ліку гарачими камянями.